2009 году инаугурация была у Барака Обамы первая. Если мы рассмотрим гороскоп Барака Обамы, опять же посмотрим, есть ли у него наличие аспектов. И вот здесь я вам скажу, что у него оппозиция между Солнцем и Юпитером, ну, в большом орбисе, но в принципе они разведены в разные, скажем так, полусферы гороскопа. И, в общем-то, вот один гороскоп Барака Обамы, который, скажем так, моя техника, ну, изначально, как бы, изначальный показатель, она, то есть, не подтверждает, но, то есть, глядя на него, так сказать, просто даже по космограмме, сказать, что это вот такие, как, допустим, у Джорджа Буша старшего, у Билла Клинтона красивые показатели, у него нету, но на дату инаугурации 2009 год Юпитер инаугурации находится в 4 градусе Водолея, опять же в соединении с Солнцем, вдумайтесь, который, вот сколько выборов в Америке и как часто они происходят, инаугурация проходит, когда Солнце или в соединении с Юпитером, или в трине к Юпитеру, или вот какое-то место такое интересное. Естественно, на Юпитере этого Барака Обамы. То есть, опять, Юпитериар, как у Джорджа Буша-младшего. То есть, Юпитер уже за 4 года прошел 4 знака, но попадает на Юпитер того кандидата, который занимает первое место. И вот, если мы еще сравним, он же потом, Барак Обама еще одни выборы выиграл, и в 2013 году, он как раз тоже был, вторые выборы выиграл. И я вот как раз тогда первый раз написал, ну, в 2012 году у меня был опубликован этот мой метод, именно как раз прогноз к его выборам. Но там любопытная история произошла. Туда, куда я выслал, чтобы меня опубликовали, они испугались, подождали, когда пройдут выборы, а потом опубликовали и написали, что нам 2 месяца назад прислали. Но у меня на Фейсбуке есть, все это выложено, скажем, еще там видно по датам. То есть, а мне как раз хотелось, чтобы было именно, скажем так, на бумаге где-то, в Америке там напечатано, чтобы доказательства этого были такие формальные. Вот, ну ничего. Так вот, если мы сравним гороскоп Барака Обамы, и сделаем с ним синастру с датой 2013 года, то мы увидим, что Юпитер ушел за 4 года, аж 4 знака прошел, попадает в 7 градус близнецов. Во-первых, на небесах в это время Солнце в трине к Юпитеру. Я говорю, 5 раз всего бывает в году такое положение, и каждый раз в таком положении, ну, в 80 случаев, происходит инаугурация президента. Так я вам скажу, не только в Соединенных Штатах Америки, Украина, Россия, Франция, там Оланды я смотрел, там это повсеместно, там же, ну, в разные же дни происходит, в разные годы. И опять же, Юпитер в трине, к транзитной Юпитер инаугурации, в трине к Юпитеру его радикса и к Солнцу 60 градусов, то есть пожалуйста. То есть это человек, который, я вот как раз сравнивал уже, кто там, Ромни был у него там конкурент, да, память не изменяет, вот, в то время. Так вот, собственно, мы подошли как раз к выборам следующим.